Ферма премиум-класса. Племенной завод имени Дзержинского в Гавпасадском районе специализируется на молочном скотоводстве. На протяжении последних 20 лет хозяйство не снижает численность поголовья крупного рогатого скота. А этот показатель, между прочим, составляет без малого 5000 голов. Молоко мы только производим, мы продаем молоко. Данон, Владимир, Анковский молокозавод, Иваново молокопродукт. Продукция настолько востребована крупными компаниями, что руководство предприятия решилось расширить производство. Во вторник глава региона поучаствовал в церемонии закладки первого камня в основании нового животноводческого комплекса на 1200 голов. Конечно, здесь будет комплекс премиум-класса с надоями более 10 тысяч килограммов на корову, 40 рабочих мест, места будут высокооплачиваемые, то, о чем говорит президент Владимир Владимирович Путин, нам нужно производительность труда увеличить 5-6 раз. На этом комплексе я такие комплексы будет знаю, очень высокая производительность труда. Здесь будет совсем другие условия работы, вот что важно. Проект животноводческого комплекса уже готов. Руководитель предприятия с гордостью показывает его. Комплекс будет крупнейшим во всей Ивановской области с полным циклом производства. Здесь родильное отделение, малый дайльный зал, телята 0,2 месяца. И здесь 2-6 месяцев телята. Селосные траншеи, это пункт кормления. А еще технологически это будет самым передовым предприятием в своей отрасли. Впервые в регионе здесь появится автоматизированная доильная установка промышленного типа «Карусель». Стройку планируют начать летом этого года. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Гавпасадский район.